Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня у нас на обзоре коаксиальная акустическая система от компании Sony, моделька XS-GT1020R. Размер акустики идет 10 сантиметров, вставляется вот такой вот небольшой коробочке. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте входит. Так, здесь у нас идут провода подключения небольшие. Также монтажный комплект, это скобы и саморезы для установки и закрепления самих динамиков. Довольно-таки плотно все упаковано. В коробочке больше ничего нету. Также у нас идет инструкция. Довольно-таки подробная. Такая вот. И сами динамики. Динамики идут без сеточки защитной. Выглядят вот в таком формате сделаны. Так, один динамик, также второй. Так вот. Есть еще сверху накладочки такие. Вот магнит идет ферритовый, подключение в принципе стандартное, плюсовая и минусовая клемма. По мощности, номинальная мощность 30 Вт, пиковая 200 Вт, чувствительность 88 дБ, сопротивление идет 4 Ом. Установочная глубина 43 сантиметра, 43 миллиметра, извиняюсь, 43 миллиметра, да. Диффузор выполнен из полипропилена, видно, пищалочка сверху установлена. В принципе, корзина идет штампованная из стали. Два динамика абсолютно одинаковых, идентичных. В принципе, по такой мощности и по такой стоимости довольно-таки интересный вариант. Также более подробные характеристики и стоимость можно будет узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua.